рот. В общем, план такой сегодня. Мне осталось рассказать маленький кусочек, там, на полчаса, про всякие процессы разработки, а потом у нас контрольная, ну, вторая часть того, что вы делали, когда вас там 2 месяца назад. Вот, лекция сегодня про то, как применять все эти знания, про уязвимости, которые мы с вами накапливали весь семестр. В чем смысл? Смысл в том, что у нас уже есть примерное понимание того, какие уязвимости с большей вероятностью есть в нашем продукте. Мы знаем, как тестировать, чтобы их искать, как их исправлять, какие там хорошие практики разработки. Но непонятно, как нам все эти знания применять. Что мы вообще хотим? Мы хотим находить то есть мы пишем код, и мы хотим находить уязвимости раньше, чем этот код попадает в продакшн, ну или хотя бы так можно быстрее в нашем процессе разработки, как у нас получается. Почему мы это хотим? Потому что чем раньше мы нашли... Ну, вообще, это так с любыми багами. Чем раньше она найдена, тем меньше стоит исправление. То есть если вы нашли баг, пока вы пишете код, то там его исправить вообще ничего не стоит. А если этот баг уже прожил 2 года в системе, то это там большие переделки требуются чаще всего, чтобы что-то поменять, потому что уже все привыкли к известному поведению. Вообще есть... отдельное направление исследований, касающееся построения всяких разных процессов внутри команды, которые позволяют быстрее разрабатывать, контролировать качество и так далее. В том числе, естественно, есть рекомендации по построению такого процесса разработки, чтобы безопасность в нем тоже была учтена. Не знаю, были ли у вас когда-нибудь вообще там лекции, занятия про процессы разные, но наверняка вы слышали, что современная тенденция такая, что продукт разрабатывается не от начала до конца, а циклично, да, маленькими кусочками поставляется конечному потребителю, и есть желание вот эти вот длительность циклов сокращать для того, чтобы изменения, апдейты быстрее попадали, на сервер, если это какие-то онлайн сервисы, да, или там выпускались новые релизы, чтобы быстрее клиенты использовали. В чем проблема в сокращении этих самых циклов? В том, что для каждой активности, которой вы занимаетесь в процессе разработки, у вас остается меньше времени. То есть если вы выпускаете новый релиз каждые 2 недели, то вам, кроме того, чтобы написать код для новых фичей, нужно его еще протестировать, нужно еще обсудить какие-то там требования. И еще и с безопасностью нужно как-то каким-то образом разобраться. Для того, чтобы всем, кто хочет быстро разрабатывать и быстро доставлять новые фичи до конечных пользователей, было проще, есть разные имплементации, вернее, рекомендации по имплементации процесса разработки и рекомендации по тому, как сделать этот процесс безопасным. Соответственно, процессы разработки называют обычно Software Development Life Cycle, да, жизненный цикл разработки, и к ним еще дописывают буковку S про Secure. Есть не так много, в принципе, идей или методологий, по которым такой процесс можно построить. Они все довольно близко друг от друга находятся. Есть стандарты, наш российский и международный. И есть куча рекомендаций от крупных игроков, которые уже наработали какой-то опыт и могут на основе него советовать другим, как правильно построить процесс. В чем заключается... такой канонической версии Secure Development Life Cycle является микрософтовская реализация. Она когда-то была опубликована первой давным-давно, но она была для того, что называется Waterfall, да, то есть это проект, который начинает разрабатываться и
проходит все стадии последовательно в течение долгого времени, и спустя, не знаю, там полгода или год отдается конечному пользователю. Но с тех пор Microsoft ее эти рекомендации обновляла, адаптировала для вновь появляющихся парадигм для построения процесса, и сейчас это такие больше гайдлайны для тех, кто разрабатывает короткими итерациями, для всяких аджайлов. Там очень подробно описано, как нужно строить процесс разработки, как внедрять в каждый из элементов этого процесса какие-то активности, связанные с обеспечением безопасности. И Microsoft же предоставляет некоторое количество тулов для поддержания этого процесса. А те тулы, которые Microsoft не предоставляет, предоставляют множество других вендоров и на коммерческой основе, и на бесплатной. Мы будем рассматривать все на примере микрософтовских рекомендаций, но в целом, по большому счету, они все не отличаются. И если вы когда-нибудь слышали слова DevOps, DevSecOps, ну, DevOps наверняка слышали, DevOps — это тоже процесс, направленный на то же самое, да, на ускорение доставки новых фичей до пользователя. Люди, связанные с безопасностью, иногда... На самом деле DevOps по умолчанию включает в себя все, и безопасность в том числе. Да? То есть DevOps — это некие совместные усилия команды, направленные на разработку и на все вокруг, на тестирование, на обеспечение качества, там, на эксплуатацию и так далее. Но если читать статьи про security или какие-нибудь статьи людей, которые больше связаны с безопасностью, они часто употребляют термин DevSecOps, просто подчеркивая, что в таком процессе безопасность тоже учтена. У всех есть какие-то там маленькие различия, как этот процесс правильно строить, и по большому счету они все говорят об одном и том же. О чем они говорят? Мы видим на слайде микрософтовские рекомендации. Они берут вот этот вот наш цикл между релизами, итерацию одну, делят ее на какие-то стадии. Стадия планирования, когда мы обсуждаем, какие мы новые фичи будем включать. Да, стадия разработки архитектуры, когда мы думаем, как мы это сделаем. Стадия разработки, когда мы пишем код. Стадия тестирования. И предлагают активности, связанные с обеспечением безопасности, включить в каждую стадию разработки. То есть, когда мы планируем требования, мы думаем еще сразу о том, безопасны ли эти требования или не нужно ли нам еще чего-то добавить в наш продукт, чтобы он был безопасным. Когда мы пишем код, то мы каким-то образом, каким поговорим позже, убеждаемся, что написанный код безопасный. Когда все тестируют, то мы запускаем наши тесты на безопасность и так далее. Ну вот как-то так, да, это выглядит на примерах. В чем здесь заключается подвох? В том, что у нас очень короткие получаются... Продолжительность каждой стадии очень короткая. И нам, как и всем остальным, на самом деле, участникам процесса, требуется успевать. То есть если у нас на все тестирование есть 2 дня, то вопрос в том, как нам успеть проверить все вот эти вот безумное количество уязвимостей, про которые мы говорили, хотя бы во вновь написанном коде, а неплохо было бы еще проверить, что старые не сломали. Единственным способом успевать является автоматизировать. То есть если мы ограничиваемся исключительно какими-то там ручным запуском тестов или код-ревью, которые мы делаем глазами, то, понятное дело, шансов успеть в срок нет, и безопасность станет бутылочным горлышком для всего проекта, поэтому единственным выходом является автоматизация всех активностей. Активности, которые нам надо автоматизировать, на самом деле это первые две. То есть нам нужно каким-то образом научиться проверять код, который еще не, то есть он еще не запускается, но мы уже должны уметь искать в нем уязвимости. И тогда, когда все уже тестируют, нам тоже нужно запускать какие-то тесты для того, чтобы мы могли убедиться, что наши требования по безопасности не нарушены, а уязвимости отсутствуют. Как,
как это делают? Значит, есть два подхода к автоматизации проверок на безопасность, но иногда это еще называют тестированием безопасности. Они, собственно, называются динамический анализ и статический анализ. Но разница понятна в чем? В статическом анализе мы проверяем, мы какие-то исследования кода проводим, а приложение не запускаем, поэтому он статический. А динамический анализ мы запускаем приложение и каким-то образом автоматизируем проверки безопасности. Ну и плюс, естественно, у нас это все не отменяет необходимости иметь какое-то количество ручных тестов, потому что не все можно автоматизировать, но какую-то общую, такую, общую массу работы это нас сгружает. Как это работает? Значит, динамический анализ, они же сканеры уязвимости, вы однажды видели на примере Бурпа, помните, который вы себе все устанавливали? Ну, вы только маленьким кусочком из этого процесса пользовались. В общем, сканеры уязвимости — это, по сути, фазеры. Они работают следующим образом. Они учат все примеры запросов, которые сервер знает. Ну, то есть, как вам нужно поступить, если вы хотите запустить сканер уязвимости на каком-то веб-приложении? Вы, как вы делали с Бурпом, устанавливаете этот сканер в качестве прокси между приложением и сервером. Он записывает все типы запросов, которые сервер понимает. То есть ему нужен вот весь перечень поддерживаемых запросов. И дальше он совершенно тупо поступает. Он берет из всех запросов, вычленяет параметры, которые, в принципе, могут быть изменены. Ну, то есть все, что можно поменять в HTTP-запросе, чтобы он остался валидным. Там всякие параметры, значение заголовков, значение кук. И после этого он начинает во все потенциально изменяемые места подставлять все подряд известные ему потенциально опасные строки. Ну, то есть он сначала пытается найти, например, SQL-инъекции и пуляет туда строчки с кавычками. Потом пытается найти XSS и добавляет туда всякие специальные HTML-символы и так далее. Там получается такой внушительный лист из этих самых векторов атак. И для каждого такого запроса наш сканер ждет какой-то определенной реакции от сервера. Ну, то есть если мы добавили в параметр кавычку, нас сервер вернул какой-нибудь там ответ, содержащий в себе exception или SQL exception или error, то сканер делает предположение о том, что у нас есть уязвимость. Если мы передали какой-то параметр со специальными HTML-символами, и нам в ответе увидели ровно эту же самую строку, да, в неизменном виде, тогда мы делаем предположение о том, что у нас есть XSS и так далее. Понятно, что эти предположения не только с некоторой степенью достоверности верны. Ну, то есть там бывают и ложные срабатывания, то есть сканер нам что-то репортит, а на самом деле это неуязвимость, и наоборот, бывают пропущенные уязвимости, да, то есть сканер нам ничего не говорит, на деле баг есть. Но, тем не менее, как сказать, какую-то долю проблем можно так найти достаточно, ну, по сравнению с ручным тестированием, дешево. Динамический сканер или сканер уязвимости, они являются средствами автоматизации тестирования, запускаются на стадии, тогда, когда все тестируют. Да? Если мы посмотрим на вот сюда, то это в стадии verification происходит. Здесь даже, вот видите, написано perform dynamic analysis. Статический анализ кода. Вы, может, слышали, вас, наверное, Вадим Цисько заставляет запускать статический анализатор. Значит, то, что вы запускаете, оно проверяет качество кода и всякие баги, связанные с корректностью. Да, там нет ли null pointer exception, все ли переменные инициализированы и так далее, нет ли у вас дублирующего кода. В принципе, этот же подход, ну, вернее, как сказать, этот же инструментарий можно применить для того, чтобы находить некоторое количество проблем с безопасностью. Как это работает?
статический анализатор исследует исходники приложения, строит из этих исходников некие формальные модели. На самом деле ему нужен, то есть если мы говорим про проблемы с безопасностью, если мы про качество кода не говорим, то нам нужно две. Нам нужно дерево разбора или абстрактное синтаксическое дерево. В нем содержится информация просто про все примитивы нашей программы, про все элементы. То есть мы оттуда можем получить данные о типах, о именах переменных, об интерфейсах и так далее. И нам нужен граф потока данных, чтобы знать, как у нас переменные распространяются в нашей программе, чтобы искать разного рода инъекции и похожие по паттернам, да, по конструкциям баги. Как это работает? Ну, как это должно работать в правильном процессе, если мы опять сюда вернемся? Мы видим вот здесь вот на стадии implementation. У нас написано, чего там, perform static analysis, да, и code review. По-хорошему статический анализатор запускает на каждый билд и не дают просто, failed build, если не проходят проверки. Но это в идеальном мире, потому что статические анализаторы кода известны тем, что они генерят большое количество ложных срабатываний. То есть поскольку сложно просто по исходникам сказать, есть ли действительно... Статический анализ кода может найти некий паттерн, некий способ написать код, который выглядит как уязвимость. Является ли это уязвимостью на самом деле или нет, может сказать только человек, который смотрит. Поэтому статические анализаторы обычно рапортуют довольно много проблем. И хорошо, если, например, процентов 10 из них являются действительно уязвимостью. Все остальное является ложными срабатываниями. Поэтому, по сути, вот эти рекомендации запускать статический анализатор при каждом билде и не давать, да, не давать дальше строить билд, если статический анализатор что-то нашел, они на деле нереализуемы. Ну, поскольку разработчики вместо того, чтобы разрабатывать и там строить билды, будут постоянно заниматься тем, что они разбираются с сложными срабатываниями. Либо они будут просто забивать и сопрессить там все правила, и мы будем пропускать даже то, что нашлось. Поэтому, как правило, статические анализаторы запускают примерно так же, как динамические, то есть просто там раз в какое-то время, раз в неделю, каждую ночь, и результаты анализируют уже отдельно, параллельно разработке. В чем преимущество? И когда нам выбрать одни тулы, когда другие? Значит, у статических анализаторов преимущество три. Во-первых, их можно использовать, когда код еще не запускается. То есть вы только пишете код в своей IDE, а вам статический анализатор уже говорит, что там у вас null pointer exception, осторожно. Во-вторых, это довольно дешево в смысле повторных запусков, то есть нам не нужно... мы можем запускать там хоть каждый час или хоть каждую ночь. У нас на каждый конкретный запуск статического анализатора мы не тратим какое-то там существенное количество ни вычислительных ресурсов, ни ручного труда. И третье преимущество, что у нас разработчики, как правило, имеют тенденцию делать похожие ошибки, то есть у каждого есть какой-то там свой стиль программирования и свои излюбленные способы этот код писать. И если мы уже нашли какой-то баг в своем продукте и уже его исправили, то есть мы знаем, как он выглядел, то, скорее всего, у нас есть еще такие же похожие, и с помощью статического анализа это найти довольно просто. Какие у статического анализа недостатки? Как я уже сказала, они генерят очень много ложных срабатываний, и они все-таки не видят систему как некое работающее целое, поэтому некоторое количество типов проблем от них вообще скрыто. Сканер уязвимости напротив. Запуск сканера уязвимости — довольно дорогое мероприятие с точки зрения ресурсов. Почему? Во-первых, потому что, как я уже сказала, они генерят большое количество запросов, то есть они создают нагрузку на текстовую инфраструктуру, а там параллельно с вами еще тестируют тестировщики, которым вы будете мешать. И
динамические сканеры требуют постоянного обучения. То есть, если помните, в самом начале мы сказали, их, ну, они должны знать все типы запросов, которые сервер поддерживает. Поэтому каждый раз, как вы меняете какой-нибудь тип параметра или добавляете новый запрос, у вас там появилась новая формочка, вам нужно каким-то образом сканеру об этом сообщить. С другой стороны, динамический сканер генерирует меньше false positive'ов, и они видят проблемы, которые статическому анализатору недоступны по определению, например, проблема с настройками. В итоге получаем, что нам нужно уметь запускать и то, и другое на нашем продукте. И желательно делать это как можно чаще, да, чтобы мы успевали находить проблемы до того, как закончится наша итерация, чтобы их еще хорошо бы было успеть пофиксить. Каким образом все это реализуется на практике? Откуда мы берем тулы? И статических анализаторов, и сканеров уязвимости, в общем, довольно много. Они есть коммерческие, есть опенсорсные. Ну, понятно, что статические анализаторы, они заточены на какой-то язык. Ну, то есть есть те, кто поддерживает несколько языков, но все равно это решение специфичное не для языка. То есть когда вы выбираете статический анализатор, то как бы, требование, критерий номер один к нему, он должен поддерживать тот язык, который вы используете. Динамические анализаторы Pfizer, это, как правило, они, как правило, для веб-приложений. Есть Pfizer, которые всякие бинарии сканируют, но там мало что можно найти, там только какие-то проблемы со стабильностью. Вот. Статическим анализатором, в принципе, ну, все равно, да, какой-то код, в какой он там технологии работает. Главное, чтобы он знал паттерны багов, которые нужно искать. Open source предоставляет некоторое количество решений бесплатных, с которых можно начать тренироваться и переходить к коммерческим продуктам, только если open source возможностей не хватает. Все про open source написано на сайте OWASP, Open Web Application Security Project, про который мы уже много раз говорили. Вот, я советую вам туда сходить и почитать. Может, даже что-нибудь скачать. И второй небольшой вопрос, который нам еще осталось обсудить. Вот мы взяли, выпустили наш продукт, в котором якобы нет уязвимости, он начинает жить в продакшене, да, своей жизнью. Нам бы хотелось как-то его все-таки обеспечивать его безопасности на той стадии в жизни в том числе. Для этого у нас есть система обнаружения атак и система предотвращение атак. Ну, деление в некотором смысле условное, да, то есть если атака обнаружена, то, скорее всего, есть и возможность каким-то образом этот запрос заблокировать, но тем не менее. Как они работают? Если мы говорим про веб, то их еще иногда называют Web Application Firewall. Это некоторые прокси, которые становятся между интернетом и нашим приложением, анализируют каждый запрос, который прилетает в наше приложение, в попытке выяснить, нормальный это запрос от нормального юзера, или это попытка эксплуатировать какую-то уязвимость. Если это попытка эксплуатировать какую-то уязвимость, то мы получаем алерт. Application firewall, естественно, тоже, как и всякие автоматические тулы, генерят ложных срабатываний больше, чем настоящих, но тем не менее позволяют нам каким-то образом контролировать существование нашей системы в продакшене. А теперь вам вопрос, как мы вообще, вот у нас есть запрос от пользователя, нашу систему, как мы можем, ну, хотя бы предположить о том, нормальный это запрос или это эксплуатация уязвимости. Ну да, то есть, ну, один подход, как антивирусы, да, действует по сигнатурам, то есть мы можем знать, что у нас вот такой вот, ну, как бы запрос похожий на вот такое-то, вот, это, наверное, эксплуатация уязвимости. Ну, как нам сравнивать похожесть, уже другой вопрос. Ну, то есть, да, если мы знаем какие-то подозрительные сигнатуры запросов, мы можем их, как сказать, их алертить. Ну, есть еще другие подходы. Можно применить всякую детекцию аномалий. То есть взять
охарактеризовать наш запрос по какому-то количеству параметров, там, какой пользователь, из какой страны, из какого браузера, в какое время суток, ну там еще всякие разные, связанные с конкретной логикой конкретного приложения, и искать в общей массе запросов аномалии. То есть если к нам никогда не приходили пользователи из Китая, например, там, и тут вдруг пришли, то это как-то странно, и нужно тоже что-то рассказать об этом. Вот это, собственно, два таких подхода, как сказать, ну, в современном мире дополняющих друг друга, но на самом деле независимых, да, то есть можно детектить попытки атак по сигнатуре, можно по анализу поведения. Здрасте. Ну, с лекцией, в общем-то, все. Если интересно про всякие сканеры, то хорошо написано на ВАСПе. Если интересно про детект аномалий, про Web Application Firewall, то тоже неплохо написано в интернете. Хорошие, ну, как бы типичные продукты, которые можно погуглить, чтобы узнать, как они работают. Это Vularm, это куратор, который от DOS защищает. Вот у них там интенсивно используется искусственный интеллект, да, какие-то там умные алгоритмы по анализу поведения. И они много об этом пишут, есть разные интересные статьи. Все, у нас с лекциями все сегодня. Вам нужно открыть ноуты?